да, на те же грабли, наверное, наступаем, да, опять два разных тайма. Два разных тайма, что в Урале было два, что сейчас, да, первый тайм мы играем, я бы сказал, хорошо, да, если по игре в целом, да, такая игра, столько голевых моментов, я даже не припомню, чтобы у нас было в первом тайме, мы там должны, наверное, там 4-1, наверное, вести, да, и в итоге сценарий игры такой сложился, что, да, мы выигрывали, ничья, проигрывали, да, и хорошо, что в конце там отыгрались, да, с пенальти. Если в целом по игре, да, доминировали. Первый тайм были и на мяче, какие-то посылы были, да, но игра давалась, соперник давал играть, да, рад тому, то, что наши молодые футболисты, да, уже где-то чуть притерлись, да, это та группа футболистов, которые, там, если брать сезон там 22, которые меньше получали игровой практики, да, кого-то подпитали, да, и они плавненько сюда входят, да, ну, надо было забивать. Скажу, что реализация подвела нас сегодня, хотя посылы были хорошие такие моменты, там стопроцентные, да, там у одного Капустянского, наверное, момента три было, да, где он выходил с вратарем, да, ну, опять же повторюсь, то, что эти игры, да, дают им опыт, дают отбиваться, да, поэтому мы движемся дальше, ну, и, естественно, будем разбираться, почему у нас так происходит, что вторые таймы, они не особо, да, вроде и замены делаем, хотим какие-то там скорости увеличить, да, а получается так, что мы опять сидим на какой-то штрафной, хотя линия полузащиты и линия атаки вышла там свежая, да, надо где-то там 10 минут, да, выложиться на максимум, да, ну, поэтому ничья, считаю, наверное, она закономерной, да, любой счет, он закономерный, да, но мы чуть-чуть расстроены, да, мы хотели победить, хотели, да, в нашей группе, да, создавать эти интриги именно по игре. А на домашнем стадионе сегодня было достаточно зрителей, много поддержки чувствовалось. А как на вас, на футболистов? Ну, на меня она влияет положительно, да, то, что поддержка. Я не знаю, как это на молодых ребят влияет, да, где-то, может быть, и перегорел, и еще что-то, да. Ну, с другой стороны, это нормально, пускай через это проходят, да, а то, что они приходят и поддерживают, да, это нам это нравится, мы это хотим, и, да, и хотим, чтобы было и больше приходило, так как у нас практически все местные ребята играют.